проходит мастер-класс по реставрации станковой живописи. Но большая часть отведена превентивной консервации, хранению станковой живописи и консервации. То есть то, что могут делать реставраторы в пределах третьей категории. Как раз сегодня день, когда начинается практическая работа по укреплению произведений станковой живописи. Автор работы из галереи Астрофизического музея Заповедника. Это картины из хранения и из экспозиции. Есть проблемы со связью красочного слоя с основой, отставание будет проведено консервация и укрепление этих шелушений для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение картин. У нас реставраторы коллеги из Восточно-Крымского музея заповедника, из Воронцовского дворца и Залуки и из Симферополя. Я как куратор Эрмитажной школы реставрации. И именно эта стажировка проводится двумя молодыми реставраторами из лаборатории научной реставрации станковой живописи Андреем Андреевичем Андреевым и Александром Николаевичем Виноградовым. Вот они у нас ведут и теорию, и практику. После каждой нашей стажировки мы можем показать те предметы, которые были отреставрированы. И плюс, естественно, это контакты между реставраторами и передача опыта непосредственно. Даже если повышение квалификации у реставратора идет не конкретно по его узкой специализации, да, а как более широкой, то все равно это раскрывается диапазон больших возможностей реставратора. И у нас за эти годы уже прошло 105 человек, хотя, конечно, это... Ну, просто, скажем так, число, да. Безусловно, некоторые реставраторы были на нескольких стажировках, поэтому их было меньше. В Крыму, к сожалению, не так много реставраторов. И вот у них на нашей площадке есть возможность поучиться, познакомиться между собой, поделиться опытом. Каждый рассказывает о том, что происходит в его музее, рассказывает о своей работе. В том году была прекрасная выставка, которую организовала Нина Львовна Почеревская, заведующая отделом Балтидарии Восточно-Крымского заповедника. Это была выставка, которая как раз показывала экспонаты из фондов Восточно-Крымского музея заповедника, которые были отреставрированы в рамках нашей Эрмитажной школы реставрации в Керчи. И реставраторы на примере вот этих картин, которые сейчас в работе, они покажут, как нужно делать описание сохранности, как оценить состояние сохранности и сделать какие-то несложные консервационные процессы. И наша задача была помочь экспозиции галереи для того, чтобы вещи на экспозиции были в хорошем состоянии.